просто в шоке от предыдущей трансляции. Я думаю, многие ее увидят. Копируйте, выкладывайте везде. Прошу всех администраторов по ВКонтакту, там наших групп, никому не банить это видео и раскидать его максимально. Посмотрим, как СМИ об этом расскажут. Посмотрим, как СМИ расскажут о Мерседесе за 17 миллионов рублей, который сопровождал Lexus полицейский за 5 миллионов рублей по Кутузовскому. И чтобы никто не пострадал, чтобы, видимо, никто не пострадал, он на Лексусе сопровождал таким образом, что въехал в жопу Митсубиси. Что там, миллион долларов взяли, что ли? Что произошло? Что произошло? Чего вы боитесь? От чего вы отворачиваетесь? Это как такое вообще, блять, может быть, сука, в какой стране такое произошло? Что произошло? Чего вы боитесь? От чего вы отворачиваетесь? Это как такое вообще, блять, может быть, сука, в какой стране такое может быть? Вы что, совсем что ли с ума сошли все? А? Вы реально доиграетесь, я вам могу сказать. Вы доиграетесь. Это не просто неуважение, это плевок на вообще просто вот всем. Просто всему российскому народу просто плевок в лицо. Вот все, что происходит в последние дни со стороны ГИБДД вообще по отношению к населению. К населению страны, я скажу. Это плевок, это беспредел, это бардак, это бред. У нас что, не хватает нормальных умных людей нету, которые могут навести порядок? Я просто в шоке. Я просто в шоке. Когда? Что должно произойти? Скажите мне, пожалуйста, что должно произойти, чтобы что-то поменялось? А? Давайте, конечно, продолжайте. Пусть дети у нас умирают, потому что их не пропустили. Мигалки бьют гражданские машины. Мигалки бьют гражданские машины. Вы что, ездить, сука, не умеете, а? Вы что, не понимаете, что скользко? Вы что, не понимаете, что вы на своем джипе за 5 миллионов половину Митсубиси этой жопу откусили просто? А если бы там погиб сейчас кто-то? Я так понимаю, там живы люди. Слава богу, только их там не видно. Может, на скорой их увезли. Вы что творите вообще, а? Сука, бесит прям. Прям бесит, блядь. Прям, блядь, аж руки чешутся, блядь, на вас, гандонов.